Дорогие зрители, ну что ж, я нахожусь на Твинке, и как и обещал, что будет открытие на этом аккаунте, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что очень часто YouTube не уведомляет о моих новых роликах, о моих новых стримах, а если вы хотите их смотреть и не пропускать, обязательно нажмите на колокольчик. Значит, у нас тут золотая лихорадка, ну, наверное, на стриме будем ее проходить, или как это называется, не знаю, ну, копить, короче, золото вот это. Ну, 6000, конечно, такое, ну да ладно. Значит, сегодня, друзья, у меня в сундуке фортуны голем, а голем у меня есть в колоде. И я хочу сегодня, ну, не прям что по максимуму, но вот сколько максимально мне будет не жалко гемов, да, и вот когда уже я прям реально скажу, ну ладно, хватит уже, вот я остановлюсь. Ну, думаю, что 7 уровень я минимум сделаю. До 8 посмотрим. Я еще закину сюда гемов, не беда, у меня осталось только полтинник. Ну, некоторые скажут, нихера себе, только зажрался. У меня там 1000 гемов, я их год копил. Но на самом деле это мало, ребята, потому что вы знаете, что цель у меня сделать фул колоду. А для фул колоды, ну, в принципе, осталось тут немного. Ну, так как я трачу, ну, если бы в сундуке фортуны вот сейчас сразу у меня была вся колода, да, зап там. О, кстати, зап еще у меня с моей колоды есть. Это хорошо. Принц, там, два принца, да, было бы круто. А, ну, два принца не сможет быть, так как тут еще и голем. Ну, короче, ладно. Друзья, я готов. Вы поставьте лайк. Будет очень много легендарных карт. Я очень в этом не сомневаюсь. Хотел сказать, очень надеюсь, хотя тут однозначно, вот 100% леги будут, потому что сундук фортуны реально, не знаю, какой там, один из 10, по-моему, лего-то падает. Поехали, друзья, поехали. Я готов. Скоро закину еще 28 тысяч гемов. И первая же карта зап, отлично. Мы, кстати, зап, наверное, прокачаем до 13-го. Понеслась, буду... Оп, дракончик, класс. Классно, когда падает неудача, но падает та карта, которая у тебя в колоде. Вот это класс. Вот, так, банка хила, ой, ведьма, конечно, так, скелетики были, что ли? Пека, блин, вот видно, да, что какой-то баланс выпадения карт есть. Вот, кстати, сейчас лего, скорее всего, будет, да, пацаны, сейчас будет лего, смотрите, да, две удачи, однозначно будет лего, чекайте, оп, шутка. Я не знаю, почему не выпало, я как-то не разбираюсь в сундуке фортуны, что-то мне казалось, что сейчас будет лего. Ну ладно, походу... Походу, я что-то неправильно понял. Неужели? Неужели? Три или четыре сундука открыл, и только первый голем. Слушайте, ну таким... С таким раскладом я его не нафармлю на 8 уровень. То есть, если бы он... Ну, в сундуке фортуны, тут, я не знаю, процентов... Ну, что это такое? Ну, что это такое, Суперсел? Ну, хватит рофлить, ну, серьезно. Процентов, по-моему, 80. Хотя, не знаю, это цифра с неба. Но мне кажется, процентов 80 должен падать, должна быть падать та карта, которая вот в этой фортуне. Ладно, поехали. Скоро уже будет лего. Ну, она мне не нужна. Но, в принципе, я бы не отказался выбить последнего дровосека. Да, дровосека нету. Отлично, все, голем у нас почти уже 6 уровень. Но этого мне недостаточно. Я хочу 7, а даже и 8. Разряд. Ну, разряд тоже мы, наверное, до 13 прокачаем. Блин. Опа, легендарыч. Давайте смотреть, какая будет лего. Громовержец. Пипец просто, сколько карт. Едем дальше. Блин, наверное, придется мне все гемы потратить. Но как-то неохота. Неохота все гемы тратить. И сегодня на стриме, естественно, я возьму 4300. С седьмым-то големом даже больше, наверное. Даже... Ну, будем пытаться 4600, но я сомневаюсь, что я возьму 4600. Вот. Поехали, поехали, поехали дальше. Так, исцеление и шарик. Так, голем у нас уже доступен на 6 уровень, но этого нам мало. Так, исцеление пека. Давайте прокачаем голема сразу же, прямо сейчас, на 6 уровень. Ой, 100 карт надо. Это сколько это? Это 20, это... Ну, в принципе... Если бы с каждого сундука падало, то это нормально. А так, видим, голем вообще падает что-то через 2-3 сундука. Я не понимаю. О, удача. Ура, голем. Дальше поехали. Нам надо побыстрее, потому что... Когда вот удача, карты так медленно падают, что хочется ускорить этот момент. Так, ну зап. Зап пока... Запом нам везет, видим, да? По 100... По 200 штук. Класс. Зап уже скоро 13 левел. Мушкетер, охотник. Эх. Дружеский бой отменен. А, думаю, что за бред. Так, что тут у нас? Голем. Голем.
Так. Лего и голем выпал. Класс, класс. Давайте, короче, сделаю скриншот, типа и голема фармим, и лего выбил, то есть, ну круто же. Так. Легендарочка, спарки. Ну окей, спарки, дальше поехали. Мне нужен голем, мне не нужны леги. Самое главное, чтобы падал голем. Отлично, удача, голем. Ну что, уже 30 из 70, неплохо, неплохо. Ну до 8 я сомневаюсь, что прокачаю, до 7 еще ладно. А вот до еще одна лего. Да ты что, сколько уже лег? 3, да? Капец, кладбище. Так, дальше. Хорошо. Скоро я подведу какие-то итоги по своему аккаунту. Наверное, завтра подведу итог, что, чего мы достигли, чего, сколько мы прокачали всего, что мы выбили, сколько апнули, короче. Наверное, завтра такой видос будет. Приходите, посмотрите, за какой период времени, что я выбил, как я прокачался и так далее. Сегодня еще на стриме поиграем, посмотрим, сколько я возьму с 7-м големом. До 7-го голема еще надо, конечно, выбить его. Прокачать, точнее. Так. Yes, это падает голем. И уже половину набили, отлично. Половину набили, а потратили, ну, не так уж и много, кстати, гемов. Не так уж и много. Пожалуйста. Это голем. Отлично, отлично. Посмотрим, как тут дела пойдут дальше у нас с големом. Если будет он падать хорошо, то будем фармить до 8-го. Хотя я сомневаюсь, что мне хватит легендарок. Ой, гемов. Пока падает отлично вообще. Так. Разряд до 13 уровня прокачать. Блин, это будет вообще классно. Первая команда 13 уровня. Осталось 20 карт. Это 3 сундука, если с каждого выпадет. Так. Надеюсь, что... Зеркало. Не повезло. Блин, жалко, гемы уходят. И скажу, сколько я гемов потратил на аккаунт. Так, дракончик, это хорошо. Сколько мы влили гемов, какая получилась прокачка и так далее. Ну, если вам интересно. Так, поехали дальше. Дайте голема. Да ну, фак. Уже 2 сундука не падает голем. Бред. Опять не будет. Отлично. Так, еще получается 2 надо сундука. Ну, слушайте, не, наверное, до 8-го я не буду фармить. Хотя, не знаю. Не знаю. Да нет, до 8-го не буду. 7-м големом можно неплохо так подниматься. Вот, лучше дождаться принца, мне кажется. Тут принца мне немного осталось. И темного принца тоже надо поднять. Так. Были бы вот здесь гемы, вот этих сундуках, в легендарных, я бы сейчас задонатил бы, вообще без вопросов. А так, толку их донатить, если тут что с этого сундука? Легендарка, да, но она мне не нужна. 23 эпических, не факт, что выпадет голем. Но тратить такие деньги, как бы, были бы гемы, да, я бы, возможно, еще пооткрывал. А так, отменить, я случайно не туда нажал. Сундук фортуны, поехали. Так. Разряд. Исцеление, и голем падает. Да, пацаны. Еще 4 карты. Слушайте, можно открыть сундук молнии. Сундук молнии. Давайте, я не знаю. Да не будем, короче, мудрить ничего. Давайте уже добьем голема все-таки. Тут побольше шанс. Все, отлично, смотрите. Разряд еще упал, еще раз разряд, и он будет на 13 уровень. Так, мушкетерка. Голем! Бой, пацаны. Итак, у нас осталось 26 тысяч гемов. Дальше мне надо 200 големов. Если бы с каждого сундука падал голем, мне бы 26 тысяч гемов хватило. Но вряд ли он будет падать с каждого сундука. Поэтому, скорее всего, я останавливаюсь на этом открывать. Я вот еще закину на днях, либо сегодня, либо завтра, 28 тысяч гемов. Если сегодня успею закинуть эту сумму гема, возможно, я еще одно видео запишу, либо на стриме продолжу открывать, добить голема до 8 уровня. Хотя я не сильно горю желанием это сделать, по той причине, что у меня еще принц темный очень страдает, а надо сбалансировать колоду. Надо, короче, принца поднять хотя бы до 7, не хотя бы, хотя бы до 6. Вот, слушайте, ну мы не добили зап.
Давайте добьем зап и покрутим еще чуть-чуть сундуков с молнией. Тоже прикольный сундук. Оп, дракончик, отлично. А, хотя, тут, блин, тяжело его будет выбить. О! Сразу, отлично. Из редких карт, может, что-то выпадет из моей деки. Нет, к сожалению. Неплохой первый сундук, отлично. Так. Палач. Давайте мы зап хотим добить. Вообще идеально, шикарно. Зап, 13 уровень. Голем, оставляем голема. Вообще шикарный сундук. Эх. Слушайте, ну нифига себе мы сегодня прокачались. 13 зап, 7 голем. Естественно, будем все прокачивать постепенно. Голем будет в отдельном выпуске, зап будет в отдельном. Я хочу растянуть это удовольствие, потому что прокачиваю я всего лишь одну колоду. И остается все меньше и меньше мне донатить. И все меньше и меньше открывать сундуков. Это интересно, это прикольно. Затратно, но... Ну, все равно, реально, блин, ради этого проекта я был готов к этому. Друзья, осталось совсем немного. Но мы не так уж и много времени потратили на подобный проект. Поэтому подписывайтесь. Дальше будет тоже много интересного, если не будет открытий. Хотя открытия все равно будут мелкие там какие-то, возможно. Открытия в любом случае на моем канале будут. Но будет еще много онлайн-каток на арене теперь. Мы будем брать 4900, 5000 плюс. Будем, короче, приходите на стримах играть. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, я буду вас ждать обязательно на своих стримах, и на каждом моем новом ролике я хочу, чтобы вам приходили оповещения и уведомления. Для этого нажимайте на колокольчик. Все, друзья, удачи вам, хорошего настроения, не болейте, до скорых встреч и всем пока.